Новикова с гармонию на «ты» уже больше полувека. Это семейная традиция. Ее мама играла на этом инструменте. Свое мастерство женщина развивала в селе Усаклы Клявлинского района. Признается, играть для своих земляков – одно удовольствие. У меня девчонки все певчие были в деревне. По этой части народ очень был, надо сказать, развитый. Не надо было никому пой вторым голосом, пой первым голосом. Мы все сами прекрасно. Достаточно было вот намек дать и все. Сегодня Нина Волкова играет в ансамбле «Хавас». Коллектив принял участие в праздновании Акатуя. Это ежегодный традиционный чувашский праздник, посвященный земледелию и окончанию весенних полевых работ. Чуваши в этот день собираются для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод, спеть любимые песни и готовить традиционные блюда. Если наблюдать за этим праздником, то мы видим, что этот праздник проходит с песнями, с танцами, с борьбой, кирежу называется. В Самаре тоже регулярно отмечают этот день праздничным концертом, который проходит при поддержке городской администрации и Дома дружбы народов. Благодаря им происходит взаимодействие между разными национальными коллективами. Благодаря этим праздникам происходит взаимодействие между неравнодушными людьми, активистами. И именно благодаря этому народы Самары лучше узнают друг друга. С песнями и номерами, которые прозвучали на концерте, артисты поедут представлять Самарскую область на фестивале чувашской культуры, который пройдет в Чебоксарах. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.